Директором камчатского предприятия по вывозу бытовых отходов назначен Сергей Воробьев. Нового руководителя утвердил заместитель председателя правительства. Сергей Миронов, курирующий вопросы ЖКХ, обозначил перед новым директором основные векторы работы. Среди первых в этом списке значится наведение порядка в структуре предприятия. Зампред считает, что у компании есть большие проблемы, системные ошибки, и все это выражается в негативных отзывах граждан. Сергей Миронов просил обратить особое внимание и на оплату водителей мусоровозов. То, от кого действительно зависит чистота и порядок, ну, должны получать достойную зарплату. Я имею в виду водителей мусоровозов и те, кто с ними ездит. Поэтому внутри системы мы перестроили систему оплаты, и после Нового года водители должны получать достойную зарплату.